Ну и чё, пришла Машка. Чё, помощниц своих притащила? О, молодец-то какая. Я уже почти тут все. Сейчас еще вот здесь присыплю, и порядок будет, воды принесу. Видите, что все было сухо. Снизу уже снег, и все равно подтаивает. И плюс они писают, понятное дело, короче. И каждый день два раза подстилку даю, чтобы было сухо. А куда ты пошла, не пойму я. Мордулички мои, куда зяйки пошли? Сейчас зерна еще дам, просит. Да? Помогают, помогают. Нету времени потискаться, то, а. В общем, выпустил овечек, как всегда, туда. На сено. И этот. Смотрю, как ведут себя красоточки мои, которые вчера приехали. Все хорошо, как будто они уже здесь и были всегда. Поэтому все нормально. Ну да, выбирай, выбирай. Здесь есть что выбрать. Это люцерну я сюда простелила. Потому что солому остальное пока не могу дернуть. Сейчас только пойду там. Буду дергать на вторую подстилку сегодня. Поэтому что было, то и это поставила. Они сейчас что объедят, что на подстилку. Такие дела. Воды идти тоже приносить. Ночью тоже выходила, все был порядочек, да? Ой, еще свет надо выключить. Я вчера сняла своих двух девочек, показала. Кто-то говорит, а что у них желтый оттенок? Я говорю, так это от света. Уже почти темнело. И когда я их сфотографировала, от света показывала, что они как будто рыженькие какие-то, желтенькие. Но это на самом деле не так. Ладно, пойду я, мне работать надо. Всем хорошего дня, друзья.